Добрый день! С вами я, Александр Демидович. Сегодня 1 июня 2018 года. Я побывал на центральном рынке и расскажу вам, какие цены я увидел. Немножко в кадрике вы увидите, что я был действительно там. И параллельно я вам напомню цены 2016 года по моему репортажу. На 2 июня 2016 года я проведу немножко аналогию. Итак, клубника сегодня. Цены я увидел от 25 гривен до 32. Причем те, что под навесом стоят торговцы, очень много клубники, они озвучивают изначально цифру 35 гривен, но видно, что в ожидании, что произойдет, как будет спрос, потому что клубника является скоропортящимся продуктом. Итак, я уже сказал, да, от 25 гривен до 32. В 2016 году я увидел клубнику 24 гривны была цена. Черешня сегодня 30, 38, 40, 50 гривен. Ну, в зависимости от сорта, откуда она приехала. В 16 году 35-38 гривен стоила черешня. Помидор сегодня. Стартовая цена, которую я увидел сегодня, 28 гривен. Дальше шло 30, 37, 40 и до 50 гривен. В 16 году стартовая цена была от 22 гривен и доходила до 30. Ну, это, по крайней мере, то, что у меня в репортажах. Огурцы сегодня 6, 7, 9 гривен. В 16 году примерно так же самое. 5, 6, 7, 8 гривен за килограмм. Картошку я сегодня старый увидел по 6 гривен, молодой много я не увидел, поэтому тяжело говорить о цене, почему-то ее на сегодняшний момент не так и много. Хотя в 16 году она уже была по 8 гривен. Старая картошка в 16 году стояла по 3,50-4 гривны. Сегодня, напоминаю, по 6 гривен. То есть она подорожала по сравнению с позапрошлым годом на 50%. Старая картошка. Это ощутимо, я считаю. Капуста. Сегодня 10, 11, 13 гривен за килограмм. В 16 году 4 гривны стоило. Лук. 7-12 гривен за килограмм сегодня. 16 мы еще не увидели. Кабачки. 7-8 гривен килограмм. Ну, в 16 году была примерно та же самая цена, от 6 до 8 гривен. Редиска 10-12 гривен. В 16, к сожалению, я не акцентировал на этом внимание. Удивил меня, удивила цена на горох зеленых стручках 90 гривен за килограмм. Ну и абрикосы наконец. Значит, сегодня я увидел абрикосы по 60 гривен. В 16 году на сегодняшний день они стоили 70 гривен. Абрикосы подешевели. Всем хорошего настроения, всем удачи.